Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Поклонников Юлии Барановской обрадовало известие о том, что ее сердце наконец занято. Накануне телеведущую засняли на видео в московском караоке-клубе в компании солиста группы «Иванушки Интернешнл» Кирилла Туриченко. В ролике можно увидеть, как Барановская и 36-летний исполнитель уютно расположились за столиком. Пара, не скрываясь, обнималась и целовалась. Молодые люди провели вместе целый вечер. Однако директор артистки Элина Калинина категорически опровергла сообщение о ее романе с Иванушкой. По словам представителя Юлии, эта информация не соответствует действительности. Ну а зачем тогда такие страстные поцелуи? Как вы думаете, они просто скрывают свой роман или подогревают интерес таким образом к своим персонам? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго!